Друзья, здравствуйте. По солнышку видно, что у нас уже практически вовсю весна. Сегодня 14 марта. Расцвел у меня полностью дендробиум пендулум. Дендробиум пендулум, многие, наверное, забыли, когда-то очень был востребован в продаже, потом он исчез. Исчез он, потому что он очень медленно растет. Один из медленно растущих дендробиумов. Он наращивает бульбу в год, если там большой куст, то две. Ну, в общем, чем он интересен, это его коленками на туберах. Я руку поднесу. Вот они, вот эти вот коленочки. И с этих коленочек выходят цветоносы. Цветет он всегда очень обильно. И на каждой коленке можно увидеть по два цветка. Даже бывает вот здесь и три. Цветы крупные, очень ароматные, очень приятно пахнут, яркие, красивые. В этот раз у меня он цветет с трех цветоносов. Это самый длинный цветонос. Здесь цветонос покороче, но не менее красавец. И с той стороны он поменьше, бульбочка, поэтому и цветочков поменьше. Но цветет он в три стороны. Он имеет свисающий вид. Его нельзя никак, это прошлый тубер цвел. Он уже в этом году не цветет. Ну, вернусь я к самому кусту. Как он выглядит? Сидит он в горшке 28 сантиметров. Он имеет большую корневую. Поэтому и легче, чтобы туберы не поломались, а легко свисали с горшка. Поливаю я его после полной просушки. Дня два он сухой постоит и поливаю. Сидит он в смеси мха и коры. И наращивает по туберу. Добывает даже по два тубера в год, если успевает. И сейчас можно видеть, что уже начинают расти новые росты. Ну, вот такой вот дендробиум. Я его когда-то брала, может, в прошлом видео я рассказывала. Была бульбочка 5 сантиметров и ростик. Получала ее от швертера. Сейчас прошло, наверное, много времени. Жаль, я не пишу время, когда их получила. Ну, вот такой вот дендробиум. Советую, кто любит дендробиумы. Да и кто не любит, тут вот один единственный дендробиум такой можно вполне себе завести, где-то повесить в уголку. На какое-то солнечное место он будет у вас цвести. В это видео хочу еще внести, у меня начинает распускаться клавизия, ту, которую я показывала на видео. Какие же замечательные цветы. Очень красивая. Ну вот только начинает распускаться. Здесь вот эта сторона заполнена, а те еще с бутончиками стоят. Я надеюсь поймать цветение. Если она цветет 2 недели, то я думаю, что как раз успеет. Ну вот, и вандочка у меня распустилась. Расцвела она не по сорту, но расцвела не менее красивая, желтая, весенний цвет такой. Ну, вот такие вот цветения дендробиума, клавизия. Всем хорошего настроения. Пока-пока.